Чип, пошла передача в его сторону, дошла до него. Опасный момент. 1-0! Миланский разрывает счет в матче. В десятером. Ошибка вот здесь. Не было офсайда. Кто-то ошибся у нас. Феррари. Просто махнул на мяча Феррари. Мяч долетел до Ильяича. Ну и далее уже было делом техники разыграть его с Икарди. Это сделал Ильяич. И уже, соответственно,